Надо меньше крутить, больше крутить, меньше тормозить. Рискуй! Давай! Оп! Это реклама. Привет, катаны! Вы уже наверняка заметили, что на степях центральной Украины начинает зарождаться такое понятие, как мини-эндуро. И мы совсем не открыватели онного жанра, но уже вовсю поддерживаем данный формат соревнований. Почему? Ну, во-первых, это круто. Во-вторых, мини-эндуро очень простой формат для организации. Просто к примеру, если вы контрила, то вы наверняка читали эти забавные отзывы на байк-портале типа «Ивент очень понравился, но на таком-то отрезке трассы сильно трусит и вообще дропы стрёмны, вы что, поубивать участников хотите?» В таких случаях или орг начинает метаться с лопатой по трассе и редактировать ее, или пишет пост обиженного художника. В мини-эндуро все проще. Трусит, большие дропы, друже, это эндуро, тут так и должно быть, посмотри ЕВС. По другую сторону МТБ есть любители чистого даунхила, и им не дай бог придется педалировать на спуске. Орг сразу услышит тираду про затычность его трассы. И вообще, педали на велосипеде не для того ведь придумали, чтобы их крутить. Так вот, в мини-эндуро опять все гораздо проще. Надо педалировать? Хорошо, это же эндуро, тут так и должно быть, посмотри ЕВС. Там даже подъемы бывают. Год назад, побывав впервые на Enduro Ukraine Series в горах, я обронил фразу, что Enduro это на 75% кросс-кантри и на 75% даунхилл. То есть это МТБ на 150%. И все, что мы пытаемся сделать, это поддерживать онную культуру даже в степях центральной Украины. Ладно, не буду вас томить, давайте уже смотреть заезды с гонки. Зрелищнее, чем кросс-кантри, не так ли? Но не будем забывать, что у зрелищности есть цена, и это риск. А от риска что можно сделать? Правильно, застраховаться. Да, господа, это интеграция. Напомню, что все заработанные деньги идут на ВСУ, поэтому не переключаемся. Чтобы жечь на полную и не думать о последствиях, есть Insure, полностью цифровой сервис страхования. Сервис забирает страховые заботы на себя, чтобы вы наполнили свою жизнь событиями. Для всего имеется удобное приложение, в котором можно полностью управлять полисами и компенсациями. Конкретно для нас и других райдеров, начиная от роликовых коньков и заканчивая мотоциклами, есть специальный полис Riders, который в какой-то мере напоминает подписку на Netflix, только в мире страхования. Кстати, этот же полис подходит для курьеров. Базовый полис стоит 52 гривны в месяц, что по сути всего лишь 1 гривна 73 копейки в день. Очень радует как скорость оформления полиса, так и скорость компенсации, которая осуществляется от 15 минут до суток в зависимости от кейса. И никакой душной бюрократии, все в приложении. А пока у вас скачивается приложение Insure, давайте посмотрим еще заезды. Три, два, один, старт.
Кто же у нас под девочкам? Я вообще в шоке, что они, в принципе, приехали и вот это все катали. Зачем оно им надо? Надо рожать детей, они херней страдают. Так. Третье место. Волошина Марина. Второе место. Сева Наталья. А кто на первом месте? Марьянов Тим! Екатерина Франк! Молодые ребята на хартейлах, они еще не накопили денег на подвесы, поэтому пока на хартейлах. Левченко Богдан, третье место. Второе место. Нежинцын Елисей. Самый молодой парень, который просто пришел у детей отбирать конфету. Сергей Рычагов, выходи. А теперь элита, пацаны, которые могут вывалить деньги за подвесы. Мороз Денис. Просто накатил всех, красавцы. Это круто. Так, второе место, Третьяк Антон. И первое место. Ну понятно. Ну естественно, естественно, как обычно, естественно. Марьянов Тим, Кашуба Павел. Давай. Передашь лицом тихо из Марьянов Тим. Друзья, на этом все. Обязательно подпишитесь. А знаете что? Я подожду, пока вы подпишетесь. Ну, тогда уже и лайк не забудьте поставить. Кстати, совсем скоро пройдут соревнования ровно такого же формата, то есть мини-эндуро, в Каменском. Я оставлю ссылку в описании на телеграм-канал Марьянов Лайф, и там будут анонсы. А пока все, всех благ и до скорых встреч. Что такое?